Обращаюсь ко всем молодежи Казахстана. Все же в курсе, что Назарбаев – диктатор, преступник, захвативший власть в нашей стране. Вы, может быть, думаете, что все беды, которые происходят в нашей стране, только по вине Назарбаева? Но, к сожалению, это не так. Мы тоже виноваты своими словами. Шукур Тауба, самое главное, нет войны. Ельба, сам Амбулсон. Казахстан до нас никто не менял и после не поменяет якобы. Сами не интересовались политической жизнью в стране. Уважаемые друзья, хватит сидеть и ожидать чуда, что кто-то за нас поменяет нам нашу страну. Этого, к сожалению, не будет. Только тогда, когда мы сами начнем действовать, мы поменяем абсолютно все. Вы понимаете, что мы упустим, если сейчас не начнем бороться с режимом Назарбаева? У нас сейчас уникальная возможность сменить преступную власть Назарбаева, построить сильную, независимую, крутую страну, которая не будет отставать от западных стран ни в экономике, ни в технологии, ни в науке. По уровню жизни, высокие заработные платы перечислять можно бесконечно. Просто надо лишь действовать. В связи с этим обращаюсь ко всем, кто действительно хочет перемен. Создавайте ячейки, друзья, и мы с вами вместе будем контактировать через видео и аудиозвонок с Мухтаром Аблязовым, лидером движения «Демократический выбор Казахстана». Ячейка состоит из ваших доверенных людей. Если даже вас двое, вы муж и жена, пара влюбленных, коллеги или друзья, это уже сила. Выходите на штаб ДВК, и мы вместе сменим преступную власть Назарбаева. Алга, Казахстан!